Пойдемте, пойдемте. Давайте, давайте. Вы законов-то вообще не знаете, да, получается? Я говорю, мужчина. Не, вы словесно-то не можете мне объяснить? Что вы словесно? Как, почему? Вы сами, что ли, меня проверяете? Вы кто такой вообще? А вы кто такой? Я судебный пристав. Ну, а вы не знаете ничего. Ну, судебный пристав. Идите сюда. Читайте. Я не умею читать. Не умеете читать? Слух прочитайте, пожалуйста. Конечно, прочитаем. Чего вы такое? Ну, а то вы законов не знаете, а то можно, нельзя, а знать не знаете. А знать не знаете, почему нельзя. Сейчас, подождите. Есть у вас бейджик? Ну, не бейджик, у меня нагрудный знак. Угу. Хорошо. Вот, читайте. Я не умею читать. Я вам говорю, идите сюда, мужчина. Я не умею вот, читать. Вот, типовые правила посетителей, судье, утверждено постановление президиума Верховного суда, читайте. Запрещается. В целях предупреждения, пресечения террористических деятельностей и иных преступлений от правонарушений запрещается посетителям здания суда. Конкретный пункт находится. Использовать мобильные телефоны, пейджеры, другие средства связи в зале судебного заседания за исключением функции аудиозаписи. Во время судебного заседания производить видеозапись и фотосъемку без разрешения председателя судьи. А вы мне дали судебного возможность? Судебное производится в порядке, установленном нормами процессуального законодательства. А вы мне дали? Получите разрешение. Вам судья сказала. Что? Она председательствует в суде. Ага. Все, так что выключайте свой телефон.